Всем привет, друзья! Перед началом просмотра этого ролика попрошу вас подписаться на наш канал и нажать колокольчик. А мы начинаем. Всем известный рэпер Джером Кози скончался в возрасте 42 лет. Незадолго до смерти исполнитель был госпитализирован с осложнениями, которые были вызваны операцией на сердце. Смерть рэпера прокомментировал мэр Нового Орлеана Латоя Контрелл. Она заявила, что Кози был легендой города и ее любимым другом. Новый Орлеан потерял красноугольный камень нашей культуры. Наш город не будет прежним без его голоса и духа, сказала политик. Друзья, я хочу вам порекомендовать классную фишку. Если в вашем инстаграм-аккаунте уже есть 100 друзей, вы уже можете начать зарабатывать на этом. Ссылка на этот заработок будет в описании под видео. Также в описании под видео есть ссылки на классный товар, который может пригодиться вам или вашим друзьям. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.